Дмитрий Вячеславович, наконец-то первую победу в этом большом выезде добыла сборная Беларуси. Это казахстанский воздух так подействовал? Да нет, в общем-то, здесь пару игр проиграли. Ну, ребята тоже понимают, тоже осознали, как бы, как, ну, такую всю ответственность. И такой момент. Сейчас идет, ну, уже как бы это международный турнир. Это чуть-чуть немножко другое, чем выставочные такие игры. И вот турнир здесь мы, в общем-то, ну, очень-то довольны, что сыграли так с Россией. Вот. Ну, обольщаться мы, наверное, не будем. Мы понимаем, как кто мы и что мы. Вот. В общем, мы просто довольны этой победой. Ребята все молодцы. Очень живая лавка сегодня была, как-то, ну, несопоставимая с предыдущими играми. Ребята как-то постоянно подсказывали, поддерживали друг друга. Это такая была профилактическая работа проведена? Ну, знаете, еще раз говорю, здесь уже не товарищеская игра, она как бы, ну, товарищеский турнир, но он турнир, уже международный турнир. Вот, здесь очень как бы было, вот этот момент сказался, и готовились к этому турниру. Вот, ну, еще раз, завтра следующая игра. В общем-то, расслабляться не стоит. Тимофей Ковгарей не отличился. Может, ему все-таки стоит сменить амплуа защитника на нападающего? Ну, он уже сменил это амплуа. В общем-то, уже играет у нас постоянно в атаке. Но вы знаете, сейчас современный хоккей, можно не понять сейчас, кто играет в нападении, кто играет в обороне. Егор Бориков не выходил в третьем периоде. Можно ли рассчитывать на него при следующих играх? Пока не знаю, но, наверное, нет. Завтра точно нет. Я не думаю, что какая-то там серьезная проблема, но побережем его.